8 часов утра 8 сентября по всей республике откроется около 3000 избирательных участков. И цифра 8 будет с вами весь день. Получил цветной браслет и получил 8 дополнительных бонусов в воскресенье. Во-первых, вы сделали свой выбор. Во-вторых, на участках в этот день будут проходить ярмарки. Здесь же можно будет перекусить. В-третьих, в местах для голосования концерты, плюс возможность изменить свой двор. В день голосования каждый избиратель на выходе с избирательного участка сможет выразить свое пожелание по республиканскому проекту «Наш двор». Для этого им необходимо заполнить анкету и положить ее в специальный ящик. Пятое. В Казани 8 сентября дополнительно будут работать 40 автобусов, на которых можно будет добраться до своих участков. Здесь же шестой бонус. По браслету, который вы получите, проголосовав, можно будет бесплатно ездить на всех городских автобусах, троллейбусах и трамваях. Как раз по ним можно будет доехать до Казань-арены. По всей республике, в том числе и здесь, пройдут праздничные концерты. Вход все по тем же браслетам. Например, в столице среди артистов ждут Гузель Уразу, рэперы Слава Слейма и хедлайнер группа Любэ. Все старается не зря, окрыляя судьбу нашу, души проще говоря. И восьмое, 8 сентября, это хорошее настроение перед новой неделей. Слават Мухаммадуллин, Даниил Филатов, ТНВ, Казань.